Добрый день, дорогие друзья. Александр Белов. Чем человек от зверей отличается? И действительно, чем люди обезьяны? Человек — это двуногая обезьяна, утверждают эволюционисты. Правы ли они? Я думаю, не правы. Эволюция человека, двуногие обезьяны, книга. Книга «Обезьяны, кости, гены», Марков Андрей Владимирович. Это, так сказать, присказка. Начало — утрата разума, затем приспособление к изменившимся в результате разума условиям существования, а не наоборот. Ну вот, культовый фильм «Планета обезьян». Едут, так сказать, на конях или на лошадях. В общем-то, это все равно обезьяны, в общем, люди, гены, защищают ребенка. В общем, эволюционисты и фильмотворческие люди пошли разными путями, но пришли к одному. Обезьяны эволюционируют, одни в людей, а другие в обезьянообразных монстров, но с горячим, теплым, так сказать, сердцем и с чистыми руками. В общем-то, они, эти обезьяномонстры, гораздо оказываются человечнее, чем люди. Ну, это в фильмах, конечно. «Обезьяна с карабином». Обратите внимание. В общем-то, палец на спусковом курке. Может ли быть такое? Вопрос? Вероятно, нет. Ну и вот, собственно, ученые, двигающиеся в другом направлении, чем фильмотворческие люди, поняли, почему пигмеи такие маленькие. Ученые поняли, потому что пигмеи зашли в тропический лес, там было жарко, и они стали маленькими. Вот новое исследование с заявлением: люди величиной с кулак, в общем-то, жители экваториальных лесов Африки, у них наблюдалось, вероятно, пишут ученые, селективная избирательная адаптация к тропическим лесам, в которых они занимались охотой и собирательством. Хорошо еще, что люди не только стали маленькими, но они и приспособились к жизни в этом тропическом лесу. И, в общем-то, у них повышенная гибкость суставов. Это отмечают довольно давно разные антропологи. Ну и действительно, откуда, собственно, как им, пигмеям, удается жить в таких условиях, которым другим народам, показалось бы, эти условия невыносимыми. В общем-то, не тяжело. Вернее, тяжело выжить. Там жарко, влажно, и, в общем-то, пищи там мало. Ну, вот разные, так сказать, инсинуации на этот счет. И, в общем-то, выявилось, что, кроме того, низкорослым людям гораздо легче передвигаться в густом подлеске и лазать по деревьям. По деревьям им гораздо легче лазать. Но это селективные адаптации как раз к тропическому лесу. Ну, и вот пигмей-тва лезет на дерево, обхватывая пальцами стопы ствол. Вы обратите внимание, вот на этой фотографии хорошо видно, что его довольно-таки негибкие пальцы упираются в ствол, и он передвигается по стволу, двигаясь вперед. Ну и антропологи, уже не только ученые, но и антропологи, которые учеными не являются, или антропологи-ученые-тире, выяснили, что уникальные ноги пигмеев из племени Тва. В общем-то, эта статья вышла несколько лет назад в журнале Национальной американской академии наук. В общем-то, и вот эти антропологи, которые написали эту статью, утверждают, что, в общем-то, Тва способны к древолазанию, и это вполне себе понятно. В общем-то, потому что они лазают, и это важный, важный момент их, так сказать, жизнетворчества и жизнеобеспечения. Лазают они за медом и за фруктами на довольно высокие, так сказать, деревья, до 50 метров залезают. Ну и, в общем, тут всякие инсинуации по расстроению афарских австралопитеков, которым мы касаться не будем здесь. Ну вот и сравнивают вот в этой, так сказать, означенной статье ноги шимпанзе, который прекрасно лазает по деревьям, и ноги пигмеев Тва. Вот вы видите, что, собственно, угол сгибается примерно так же, как, собственно, сгибается и у шимпанзе на 45 градусов между стопой и, в общем-то, так сказать, стопой
И вот тут вот разночтения возникают между чем угол. Вот как нарисовано на рисуночке, здесь, так сказать, между голенью и стопой угол равняется 45 градусов. А, в общем-то, могут быть и другие как бы воззрения. Уже, так сказать, современный человек может поднять от пола стопу на 18 градусов. Ну, современный имеется в виду цивилизованный, белый какой-нибудь американец. Он, конечно, сделать такой угол не сможет, упереться в этот самый, так сказать, ствол не сможет. Поэтому ему сложно забраться. Ну и пигмеи, конечно, они легкие. Понятное дело, что, в общем-то, их вес где-то, в общем, при росте 140-150 сантиметров у мужчины и 136 где-то у женщин. В общем-то, пигмеи, ну, 40 килограмм весит, больше несколько. И понятно, что это, в общем-то, не центнер вам полезет, так сказать, объевшийся Макдональдсов на дерево. Это понятно. И вот, собственно, выяснили ученые, что же они выяснили. Они выяснили, что тремя способами лазают, в общем-то, пигмеи два по деревьям. Это и хождение по ветвям и по стволам вверх. Это и перебирание с дерева на дерево. Это и разнообразные, так сказать, прыжки, манипуляции с ветки на ветку. В общем-то, удивительные вещи выясняются. И, в общем-то, пытаясь найти причину аномальной гибкости ног пигмеев, ученые просветили их при помощи рентгена, ультразвука, чтобы изучить структуру костей, ну и мускулов тоже. И, как ни странно, исследователи костной ткани, анатомических каких-то особенностей в лодыжках и стопах не нашли. И, в общем-то, утверждают, что ничем, собственно, от американцев тех же или там европейцев не отличаются эти самые кости. Ну, принципиально не отличаются, конечно. В общем-то, уникальная подвижность суставов, она, собственно, известна, помимо прочего. А вот уже приводящие мускулы в голени пигмеев отличаются существенно от мышц их соседей, например, от банту или других жителей Земли, например, американцев или европейцев. Они были намного гибче, длиннее, чем нормальные мышцы, мускулы, то бишь. Вероятно, именно эти свойства мышцы давали возможность пигмеям, в общем-то, делают такой вывод авторы, сгибать их ноги на достаточный угол, чтобы комфортно и безопасно ходить по деревьям. И вот, собственно говоря, мы видим, что пигмей обхватывает руками, опирается пальцами, в общем-то, на ствол и лезет, и лезет. И, в общем-то, уже он, так сказать, на вертикальный ствол, зажимая его между пяткой одной ноги и пальцами другой. Очень любопытно, кстати, в общем-то, как они это делают. Это тоже очень интересно. Ну и вот так вот, собственно, мы видим. Тоже они лазают и вполне себе, в общем-то, не чувствуют каких-то, так сказать, угрызений совести. В общем-то, понятное дело, а совесть при чем тут, собственно, совесть тут ни при чем, они лезут за медом. У них, собственно говоря, вполне себе обоснованное желание забраться на дерево. А мед им нужен для всякого, так сказать, пиршества, которое, в общем, любят семьи проводить. Итак, собственно, что же мы имеем? А мы имеем уникальную ситуацию. В общем-то, как говорит один мой знакомый, ныне покойник, в общем-то, обезьяны – это тоже бывшие люди. Ну и понятное дело, что вот здесь мы видим как раз на этом видео, как пигмей 2 лезет на дерево. Посмотрите внимательно. Удивительные вещи мы видим, что, собственно говоря, действительно по такому маленькому стволу и угол стопы действительно он, в общем-то, по отношению к голени достаточно, в общем-то, острый по отношению к остальным жителям. Вот и сейчас вот он тоже полезет, и, в общем-то, понятное дело, что лезут они вперед и вперед. И, как говорится, довольно быстро лезут. Ну и вот он теперь кладет, видимо, угольки в какую-то, так сказать, непонятную, так сказать, что там гнездо, и будет выкуривать пчел. Это тоже понятно. Это прекрасно. В общем-то, пчелы, пчелами живут пигмеи, они пытаются, собственно говоря, с этими пчелами как-то взаимодействовать. А вот уже горилла бежит, горилла бежит, и горилла
прибежала. Как говорится, убежала горилла. И мы понимаем, что могут, так сказать, и обезьяны ходить на двух ногах. Вот гибоны, длиннорукие гибоны шествуют, как мы видим, прекрасно шествуют на двух ногах. И, в общем-то, что в этом мире получается, дорогие друзья? В этом мире получаются удивительные вещи. Обезьяны ходят на двух ногах, а люди на четвереньках ползают среди деревьев. Это удивительно. Это очень удивительно, но, тем не менее, это факт. И так все смешалось в доме Обломова, где обезьяны, где люди. И опять-таки вспомним эволюционистов, того же самого Маркова. Обезьяна – это, в общем-то, двуногий человек, произошедший от собственной ископаемой обезьяны, обнаруженной или не обнаруженной, это уже зависит от антропологических школ, в ископаемом состоянии. Итак, дорогие друзья, в общем, племя тва живет, существует, и оно нам показывает, что люди могут приспосабливаться к среде обитания, даже если эта среда обитания, в общем-то, связана с древолазами. Ну и понятно, что в свое время еще Алексеев критиковал пигмейскую теорию, согласно которой все древние люди были небольшого роста. И критикуя их, он, собственно, высказывал свое собственное как бы соображение на этот счет. Он считал, что причиной маленького роста является хроническое недоедание, избыток белка животного происхождения. Потому что, как говорится, когда поймают слона, а ловили его очень просто, подрезали сухожилия, подкрадываясь тихо к нему, и слон постепенно, собственно, не мог идти, и истекал кровь, и уже затем вся деревня придвигалась к этому слону, и было пиршество. И такое, собственно, пиршество продолжалось, пока, в общем-то, тушка не сгнивала. И понятное дело, в общем, такое нерегулярное питание, избыток белка и голодуха, недостаток витаминов, микро-макроэлементов пищи, кальций, например, в общем-то, и высокая влажность также в зоне тропического леса Центральной Африки привела к тому, что эти пигмеи уменьшились, стали маленькими. Ну, обезьяньи ноги, собственно говоря, это приспособление к древолазанию, как мы уже сказали, это вполне себе понятно. В общем, жизнь пигмеев, она тяжела, изнурительна. В общем, добыча меда – это искусство. Обнаруживая дупло, мужчины забираются на дерево, засыпают угольки от костра и выкуривают пчел. И чтобы добраться до гнезда, приходит порой забираться на самые верхушки, которые расположены, по мнению антропологов, порой на высоте 50 метров, а порой и ниже. В общем-то, и как мы уже видели, изучение аборигенов не выявило у них никаких анатомических особенностей среднего сгибания ног у пигмеев тва. В общем-то, чуть-чуть не дотянул до такового, как у шимпанзе. В общем-то, ну и, конечно, приводящие мускулы отличались существенно от мышц других жителей Земли. О чем это говорит? О том, что адаптации, приспособления происходят в нашей, так сказать, маленькой планете, и люди приспосабливаются к среде обитания. Никакого естественного отбора никто не отбирал пигмеев наиболее с гибкими ногами и наиболее длинными и приводящими мускулами голени, а, собственно, они разработались сами и стали наследственным признаком, который передается от поколения к поколению. В общем, когда кушать захочешь меду, то, собственно, заполучишь и гибкие, длинные, так сказать, мышцы голени, которых нет у соседей, которые по деревьям не лазят. Дикие пчелы слетаются на запах человеческого пота. Это тоже понятно, но почему-то пигмеям от их, в общем-то, слетов, разлетов этих пчел, в общем, ни жарко, ни холодно. В общем-то, если уж в компанию к пигмеям попадает белый человек, то болезненные укусы ему обеспечены. А у пигмеев есть противоядие. И пигмеи искренне, как дети, веселятся, когда белые пританцовывают, вскрикивают и покрываются волдырями и опухолями, пытаясь освободиться от облепивших их пчел. Детей леса пчелы не кусают. А если кусают, то это, собственно,
меньше, в общем, никакого воспаления не вызывает, ну и даже как комариный укус, и то меньше того. В общем, вот такая адаптация и приспособление к укусам пчел. Какой естественный отбор, дорогие друзья. Сплошная адаптация и приспособление к новому образу жизни. Ну, понятно, что пигмеи – люди. Они не превращаются в обезьян, потому что у них есть человеческий разум. Но их тело значительно сильно изменилось. Это изменение позволяет нам опровергнуть главный, так сказать, довод эволюционизма, что, собственно, существует отбор. Этот отбор правит миром. Ну, вот так белые люди путешествуют, разные, так сказать, в общем-то, наблюдают со стороны жизни пигмеев. И, кстати, у пигмеев очень интересные особенности. В общем, когда они добыли мед, они любят, так сказать, устраивать праздники, танцевать, рассказывать сказки. В общем-то, они называют свой лес своих отцом и матерью, лес, который их кормит. У них этот лес обожествляется. И после того они, в общем-то, принимают одурманивающие вещества. И затем праздник плавно превращается в массовую оргию. В общем-то, и вызывание духов леса, тоже здесь и духов предков сопутствует. Ну и после оргии, как мы понимаем, бывают дети. То есть те же самые духи предков вселяются в тела уже, так сказать, рожденных, в общем-то, во время этой оргии. Жуткие вещи. Ну, в общем-то, главная цель религиозных верований пигмеев является магия и культ мертвых. Они верят, что управляют жизнью своих потомков на земле. В общем-то, понятное дело, непонятно только одно. Пигмеи сами к такой жизни пришли или их принудили к тому духи. В общем, это, видимо, процесс был обоюдный. Тем не менее, умершего обмывают, уносят хранить в лес кормилец, и, собственно, обожествленный, так сказать, такой вот существо, которые, в общем-то, его принимают в свои объятия. Вот такая вот история, которая показывает, что, в общем-то, не все так просто в этом самом доме Обломовых, то бишь на маленькой, так сказать, голубоватой планете. Самая интересная черта тотемизма уже у других, в общем-то, жителей Африки, у Бамбути, это вера в то, что душа каждого человека после смерти воплощается в тотемическое животное. В общем-то, понятное дело, что все это может показаться правдой, даже больше, чем правдой, а истиной. Всего доброго, до свидания.